Есть такая интересная притча. Как-то части человеческого тела решили между собой поговорить и узнать, когда они отдыхают. Руки, ноги, голова сказали, что мы отдыхаем тогда, когда наш хозяин спит. Желудок поспешил сказать: «Я отдыхаю, когда переварена во мне пища». Молчало только сердце. А ты, сердце, когда отдыхаешь? Ведь ты стучишь в груди человека с самого его рождения. И сердце, немножко помолчав, ответило: «Я отдыхаю тогда, когда слышу добрые слова». Давайте, дорогие, как можно чаще давать возможность отдыхать нашим сердцам и сердцам наших близких. Давайте будем как можно больше говорить друг другу хороших слов.